4 предпринимателя в среднем претендуют на участие в госзакупках. Интерес бизнесменов к электронным тендерам увеличился с начала года. Так, на сегодня на веб-портале зарегистрировано свыше 20 тысяч заказчиков и 100 тысяч поставщиков. А денежный оборот превысил 3 триллиона тенге. Отметим, что все госзакупки и сопутствующие процедуры переведены в электронный формат еще в прошлом году. Благодаря этому за последние полгода просмотрены свыше 42 тысяч лотов, из которых выявлено 1800 нарушений. Полная автоматизация процессов государственных закупок позволила впервые применить такой вид аудита, как камеральный контроль, который проводится исключительно дистанционно на каждом этапе проведения закупок с целью своевременного выявления, пресечения тех или иных нарушений.